Вот такие просторы. Завалены снегом. Кто заказывал зиму? Получите сполна. В уме, но что-то не попадает. Снежок, сугробы, морозец. Все по полной программе. Зимушка-зима. Подмосковье. Так холодно, да еще тут не спал. Урси, это где? Вперед, давай. Вот так. Вперед в кадр, Орси, давай. Хорошо. Отлично. Вперед, вперед. Протаптывай маме дорогу. Давай, давай. Снега по колено. Но тут хоть немного протоптаны тропиночки. Видно, рыбаки с утра уже прошлись. К лункам рыбу ловить. А умные собачники в обед вышли погулять. Так, это мы снимать не будем. Так, снимем Арсюшу. Да, Мурси? Пойдем. Снежка. Вперед, давай, девочка. Вперед, мое солнышко. Боня, ко мне. О, отлично, мой ребенок, умница. Хорошо, отлично, молодец. Вперед, гуляй. Гулять можно. Вперед. Вперед. Боника, не отставай. Арсений, вперед. Идем, идем. Идем, идем. Так, где наш второй ребенок? Вон папа наш. Давай, детеныш, вперед. Нашли какую-то интересную веточку. Вот, скорее всего, меточки понюхать. С утра нас тут не было. По этим тропинкам уже, наверное, кто-то прошелся с утра. Оставил нам метки. Знаешь, мы тоже оставим. Так, ну что? Вот такие поля. Для русских риджбеков. Вот. Чем какую-то ерунду там. Какая-то сухая ветка. Все надо нам понюхать, потрогать на зубок, изучить. Попробовать. Нет, нет! Орси! Вперед! Пошли! Ветки я грызть особо не даю, сухие. А вот те, которые помягче, пожалуйста. Все, пошли. Вон туда выходим, на поля. Вот такие у нас тут леса, просторы. Есть где побегать, было бы желание. Да. Легко сказать побегать. Нам бы в конец пройти и вернуться. А нет. Кто-то решил все-таки пробежаться.
Ну что, девчонки, давайте. Вперед! Ой, что-то с камерой. Иду, камера трясется. Это же невозможно. Съемочный день, короче, на сегодня все. Ой. Снимать невозможно. Все трясется, все уплывает. Мама идет в снегу по колено. И, конечно, снимать очень тяжело. Все, всем пока. А мы гулять дальше пошли.